В Сызрани принято окончательное решение по стелле «Город трудовой доблести». Где ее установят и как она будет выглядеть? В городской администрации состоялось совещание межведомственной комиссии по определению объектов, обладающих историко-архитектурной, художественной, научной, мемориальной ценностью, имеющих особое значение для истории и культуры Сызрани. Комиссия рассмотрела вопрос установки стеллы. Этого требует закон после того, как звание «Город трудовой доблести» было присвоено Сызрани указом президента России за вклад жителей Сызрани в победу в Великой Отечественной войне. Юридически только эта комиссия имеет право решать, где и как установить памятник, мемориал, стеллу. В комиссию входят архитекторы, историки, архивисты, научные работники и другие эксперты. Первоначально предлагалось построить новую стеллу на месте старой, комсомольской стеллы, на утесе около реки Сызранки. Однако некоторые люди политизировали эту идею и выступили против. Комиссия рассмотрела много мест – в районе фонтана Ящерка, например, или около речного порта, даже на кольце близ монастыря. Хоть Мангару мы смотрели, на Мангаре проект, хоть, ну, собственно говоря, и Ящерка, и Кольцо. И везде он сразу становится таким локальным проектом. Но мне кажется, что он будет достаточно уютным. И я говорю, что достаточно видимым в то же время за счет того, что это центр города. Городской совет ветеранов и жители центрального микрорайона из ТОС-центр обратились в межведомственную комиссию с предложением поставить новую стеллу в Кузнецком парке со стороны жилых домов 105 и 119 на улице Ульяновской, где нет инженерных коммуникаций. Важно, что это именно центр города, вот это вот решение, историческая его часть. Я думаю, что она действительно будет очень достойным местом таким. Комиссия поддержала инициативу общественников, указав на преимущество выбранного места в центре города. Кузнецкий парк – это исторический центр Сызрани. В парке и рядом с ним часто проводятся общегородские массовые праздничные мероприятия. При этом стелла сделает парк еще привлекательнее. Высота стеллы 25 метров. Она будет солировать среди окружающих объектов и будет удобной для обозрения, заявили в комиссии. Непременным станет благоустройство места, которое затронет часть улицы Кирова с жилыми домами. В результате стелла будет красиво просматриваться на огромном расстоянии от драматического театра до стадиона и так далее. С лицевой стороны стелла будет светящейся, по бокам из нержавеющей стали, с тыльной стороны глухая, чтобы не светить в окна домов. Цоколь будет гранитным. Рядом со стеллой построят два гранитных пилона, на которых будут отмечены предприятия города, героически работавшие для фронта. Строители пообещали создать стеллу ко дню города Сызрани. Заказ изготовления конструкции, это требует времени, не только монтаж. И вот, вот если мы сейчас стартуем, то нам говорят, к 1 сентября мы успеем вам ее смонтировать. Комиссия утвердила место и конструкцию мемориального комплекса. Стелла «Город трудовой доблести» будет установлена в Кузнецком парке. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев, «Вести детально».